асцендентом в близнецах, даже если вы высокопоставленный человек, очень уважаемый, и вы прекрасно знаете, что, ну, как бы, чего добились, и к вам очень многие люди к вам хорошо относятся, и вы там популярная звезда, вот даже если у вас асцендент в близнецах, и вы там какая-то уже известность, к вам все равно будут подходить на улице и вот как будто воспринимать вас как своего человека прям в доску, и прям таки с вами чуть ли не сразу переходить на «ты», что, конечно, асцендентом близнецов может немного раздражать, потому что с какого перепуга, мы что, с тобой знакомы, что ли? Да, и они могут воспроизводить впечатление своего в доску, могут производить впечатление простого парня со соседнего двора, да, «эй, братан», «эй, сеструха», и какое-то такое немного похабное обращение к ним, здесь есть какая-то схожесть с овном, да, и, следовательно, окружающие думают о том, что с вами можно просто вот сразу же на брондершафт пить,